Всем привет! Мы на канале Мусолимп. Приехал к нам Hyundai Solaris. Разобрали уже. Сделаем шумоизоляцию в данном автомобиле. Штатная шумоизоляция, как видите, присутствует. Небольшими пластами. К сожалению, этого недостаточно. Проклеим все сплошным слоем. Обязательно все обезжиривается, каждая деталь. Все материалы прогреваются и прокатываются. Двери. Вот такие кусочки небольшие находятся в дверях. Маловато. Можно сказать, что их и нет. Ну и, соответственно, багажничек. Арки полностью пустые. Крылья. В багажнике вот так вот все выглядит. Все, погнали!